Всем привет. Я как всегда. Привет, Ириш. Кормить собачек иду по пути из дома. Так, тут у нас мусор вывозят как раз. Пойду, мне надо на почту отправить заказное письмо. Так, ну что, я отправила заказное письмо, мне нужно было вот на почте. Видно, наверное, да? Пройдусь немножко по центру здесь. Народу не так много ходит, по надобности, я так понимаю. Сегодня у нас 21 апреля, вторник. С утра шел дождик. А вчера у нас скрылся лед на реке. Вот, я хочу пройтись до речки и показать вам это зрелище. О, голуби. Воркуют. Подходит. У меня ничего нет для вас. А-а-а. И все полетели куда-то. А, там, наверное, кто-то клич кинул. Здесь еда, и они все рванули. Рыженький один какой. Ждут, что все сюда на меня идут. Цып-цып-цып-цып-цып. Не боятся, подходят близко. Нету у меня ничего для вас. А один рыжий вон какой. Прям уходить неохота, я бы здесь с ними сидела и наблюдала бы. Забываешь обо всем, когда наблюдаешь за животными, за природой. Так, ну что, пошли дальше. С вами, конечно, интересно. Вон их сколько. Ну а мы направляемся к реке, к нашей Юганской Оби. Вчера, позавчера было где-то плюс 15, плюс 16, тепло. Ну а когда речка скрывается из-под льда, всегда холодает, как и сегодня посмотрела. Плюс 5 на термометре. Убираются, чистят газоны. Пакеты мусор подкладывали. Кстати, убрали забор, но еще в прошлом или в позапрошлом году, кто помнит, здесь был, вот след только остался. Прям бетонный такой, савдеповский, тяжелый забор. Сейчас его убрали. Ну, как-то, конечно, попросторнее стало, он был громоздкий такой еще. Ретро, я бы прям сказала, старомодный. Были такие раньше, в СССР делали заборы. Ну и как-то даже стало поуютнее, мне кажется. Больше простора, а то все застроено, заставлено и так в городах.
напичкано уже все одно на одно. А без забора их уютнее. Да, вот они шли, видно от фонарей к фонарям. Заодно немножко прогуляемся. Те, кто сидят дома. Или иногда выходят, но живут в других районах, давно не был в центре. Еще посмотрим, есть кто-нибудь на берегу. Раньше, помню, такое зрелище это было, когда сход льда с реки был. Народ туда бежал, прям с семьями, с детьми. Все поколения. Было так интересно смотреть. Такой стоит хруст льдин. Красивое зрелище, такая мощь, сила движет. Течение несет это все. Сейчас посмотрим. Зеленый, идем на зеленый. Так, поднимемся здесь на горочку. Посмотрим здесь, какой вид. О, да, видно. Видно лед там. А народу я не вижу. Все соблюдают режим самоизоляции, походу. Одного-двух человек буквально вижу. Ух, какая красота. Пошла речушка, течение несет. Льдины. Что, пойдем спустимся к реке ближе. Так, ну что, направляемся к реке. Вижу одного человека всего лишь. Да, жаль. Сидя дома, все пропустим. Весну, сход льда с реки. Так и лето придет. А мы все дома будем сидеть. Жаль очень, что на такую прекрасную пору припала эта самоизоляция. Лучше бы ее вообще, конечно, не было ни в какую пору, ни в какое время года. Но что поделаешь. Приходится с этим мириться. Кстати, грязище тут. Люди свиньи. Свиньи. Гляньте. Как всегда, и в воде куча грязи, бутылок, чего только нет. В прошлом году
тоже снимала видео, ничего не поменялось. Кстати, в прошлом году сход льда снимала 7 мая. Сегодня посмотрела, можете глянуть в истории на моем канале. На 3 недели раньше в этом году. Ну, потому что зима была теплая, не такой толщины лед, видать, был. Он быстрее и разрушился, и весна очень ранняя у нас. Так, мне охота на вот этот мостик залезть. Надеюсь, меня никто не оштрафует. Там вход-то закрыт. Один человек там стоит. И я постою рядышком. Буду соблюдать дистанцию, конечно, но я имею в виду, что тоже хочу там постоять. Там вид классный. Так, как сюда залезть, перелезть? Что, сюда, что ли, в эту дырку лезть? Капец. Лезть под низу. Как пролазить-то? Ой, тут все так замуровано. Так я и залезла. Так, ну все, надо решаться. Полезла я. Вот, есть одно такое место, где можно пролезть. По сути, полезла я в него. Так, и камеру бы не уронить, но было на себя прикрепить. Вы тоже здесь пролазили? Или у вас есть другое секретное место? А, вы внизу пролезли? Вы здесь внизу пролезли? А, пошли. Вижу, все сгнило. Да простят нас. Я вспоминаю. Сниму для истории, выложу на канал. Вспоминаю, каким это было праздником, когда лед сходил с реки в режиме самоизоляции. Люди не могут этим полюбоваться. Я в прошлом году снимала, только что упоминала, знаете, 7 мая. В этом году на 3 недели раньше. Ну, зима была не суровой. Я не помню, что было раньше 1 мая. Да, да, вот тоже вот мне хотелось сказать, что я не помню. Обычно это 10-е, 15-е числа всегда. Да, даже в начале мая это была редкость. Ну, зима была в этом году теплая. И, видать, лед не такой толщины был, что ему достаточно было подтаять. Ну и весна у нас ранняя. А в мае, как обычно, похолодание, да, наверное, будет. Прогноз смотрела, что-то там даже минус.
Жаль, пасмурно, было бы солнышко, вообще красота была бы. Так, ну что, подмерзли ручонки у меня уже. Пойду-ка я. Так, сейчас опять лезть в эти решеточки. Так, сгнил уже весь мостик, тут прогнил. Опасно тут ходить. Так. Так, и опять вот сюда стремимся. Еще и с камерой в руках, ё-моё. Экстремальные лазы. Я сделала это. Ура! Так, ну что, друзья, вам понравилось это зрелище? Ну что, всем пока-пока. До новых встреч.